Солнце, воздух и вода – источник закалки и укрепления здоровья. Чтобы эта истина воплотилась в реальность, необходимо позаботиться о собственной безопасности. Принимая солнечные ванны, обязательно наденьте легкое кепи, матерчатую соломенную шляпу, панаму, чтобы избежать солнечного удара. Не забудьте надеть солнцезащитные очки, которые предохранят слизистую оболочку глаз от воспаления. Купайтесь только в специально отведенных местах. Непроверенный водоем – это возможные водовороты, глубокие ямы, сильное течение, которые могут привести к травме, несчастью, гибели. Если не умеете плавать или плаваете плохо, не заходите в воду выше пояса. Не подплывайте близко к идущим судам, катерам, баржам, плотам и другим плавсредствам. Это опасно для жизни. Не купайтесь в нетрезвом состоянии. При алкогольном опьянении снижается самоконтроль, нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность, наступает апатия и сонливость. Запомните, что большинство утонувших – люди, пренебрегшие этим требованием. Не заплывайте за ограждения, установленные в местах купания. Они предупреждают дальний заплыв, который может вызвать переохлаждение тела, мышечное переутомление, судороги, несчастный случай и даже гибель. Не ныряйте с пристаней, причалов, мостов и других сооружений. Не играйте в игры, связанные с нырянием. Не шалите на воде. Не используйте для плавания надувные матрасы, камеры, доски. Слабый ветер и течение могут легко унести вас от берега. Купаясь в вечернее и ночное время суток, не заплывайте далеко от берега. Видимость в этот период ухудшается настолько, что легко можно потерять ориентацию. Испуг, страх – причины утопления. Не взбирайтесь на технические предупредительные знаки, буйки и бакины. Купаясь, не подавайте сигналов ложной тревоги. Отдыхая у воды, соблюдайте не только режим купания, но и загорания. Строго дозируйте прием солнечных ванн. Загорать лучше в утренние часы с 9 до 11 и в послеобеденное время с 16 до 18 часов, в период наименьшей активности ультрафиолетовых лучей.